предыдущей серии Чикинган. Заходи, заходи, этот портал. Ничего страшного, все нормально, все хорошо. Я этот портал уже знаю, он ничего страшного не произойдет. Ох. Заходи, заходи, заходи. Ну а что? Заходи. Давайте зайдем или нет, пишите комментарии. Вперед! Два дня спустя. Так, 541. Мы поймали зеленого Хаги-Ваги, мы его храним. В тайном месте, его никто еще не знает, так что в тишине держим секретную информацию. Так, у меня очень срочное дело. Ой, блин. Так, у меня запор, кажется. А, подожди, подожди. Сейчас, подожди. Сейчас. Вот, блин. Так, что ты там говорил? Подожди. Подожди. Да, поймали. Все. Только никому информацию не говори, куда мы зеленого Хаги-Ваги спрятали. Ставь лайк за 3 секунды, и мы узнаем секрет полицейского! Всем привет, друзья! С вами я, игрок Адор, и я золотой Хаги-Ваги! Я пришел спасти своего брата-француза, зеленого Хаги. Говорят, это дом полицейского, о котором идет речь. Мне нужно найти своего брата-француза. А что? Я там вижу движение. А ну-ка. Я вижу, там кто-то был или что? Наверху-то. А ну-ка. Эй, есть кто-нибудь тут? Вообще никого, да, как будто? Кого ждали? О! Здравствуйте. Здравствуйте, вы кто такая? Я как бы маленький мальчик вообще-то, я пацан вообще-то. А, не знал. Я ищу своего брата-француза. Угу. Зеленого. Челика такого не видели? Француза? Видел. Он у нас в камере сидит. Ну, как бы, как я понял, вы не пропустите, да, туда? Меня? Конечно, это конфиденциальная информация. Конфиденциальная? Да. Слушай, братишка Желтый Хаги расстроен. Ну да, все. Вы кто вообще? Вы ему родственник, не знаю, двоюродный... Двоюродный брат я его. А, ну... И что вы хотите мне предлагаете? Взятку? Взяточку, да. А, взяточку. Какая сумма? Как бы одна машина. Одна машина, но... Вот такая! О! Вы что, серьезно? Конечно! Я такой год не накопил. Ну, слушай, как бы... Блин, ну, очень красная машина. Сейчас я проверю. А, полицейский, вы что себе позволяете? Полицейский! Вы куда поехали? О, блин, какая классная машина. Вы что себе позволяете? Я вызову полицию. Это вы же полиция. Ёлки-палки. Вы нарушаете закон Чикингана. 550 закон. Да ладно тебе, какой закон? Мой район, мои законы. Пожалуйста, верните мне моего брата. Я знаю, это вы. Уже все говорят, весь мир, что полицейский один, у него заговор, он держит все Хаги, я знаю, что это вы. Ну и что ты, как ты, чем ты меня угрожаешь, а? Я угрожаю? У меня машина, все, давай, отвали, я оформлю на себя эту машину. Ты знаешь, сколько мне лет? Мне 12 лет. И чё? Я буду плакать. Ну, только не плачь, парень. Вертолет мне нужен был один. Какой вертолет? Вертолет. Только, чтобы вертолет взять, надо пройти паркур. Хорошо, я богатый Хаги-Ваги, потому что француз был богатый, мой брат. Смотри, если ты сделаешь паркур, ты отдаешь мне этот вертолет, понял? Я тогда тебе отдаю зеленого Хаги-Ваги, твоего брата. Ну ладно, этот вертолет стоит 5 миллиардов долларов. О, вот. Вот тогда и согласились. Ладно, пойдем. Садись ко мне, полицейский. Давай. Я знаю, что ты держишь моего брата. А, как бы... Полицейский, я понимаю все, но как ты исчез, я не пойму. Паркур. Вот, смотри, вот эту штуку видишь? Со всего разгона берешь и вот так прыгаешь, понял? И куда мне нужно допрыгнуть, это паркур? Этого. Вот до этого места. Воу! А, отлично. Это было первое задание, так что не радуйся. Это было очень самое легкое. Uh-huh. Каждый школьник сможет это пройти. Второе задание, смотри. Вон до того дивана тебе надо найти. Оу, chill out, man. А, нет, первое просрал. Yes. Так, подожди, я сейчас подожди. Допрыгну. Ты поставил ее неправильно. Вторая попытка тоже. Ах ты.
Я не виноват, что ты не поставил ее неправильно. Ну ладно, вот тебе вот такая. Отлично, все. Давай. И раз! Он не допрыгивает! Нечестно! Ладно, я, конечно, чуть-чуть переборщил. Ну, короче, вот отсюда. Ага. Прыгни отсюда, ага. Вот отсюда, до того дивана. Давай. А, ну молодец. Теперь сражение с гигантом. Какое сражение? Сражайся быстро. А! Это неожиданно было! Это нечестно! Честно, честно, если хочешь спасти своего брата, тебе нужно пройти такое задание. А! Нет, товарищ! Вонючий полицейский! Yes! О, теперь и бери машину. Ага. Нет, это моя машина. Слезай, я сказал. Ты же мне сам подарил. Вот тебе вот такую машинку. Это что такое? Вот. Теперь догоняй меня. Догонать? Сейчас. Да. Все, давай, пошел. Ты где? Сейчас, подожди. Все. Раз, два, три, погнали. Да, если стукнешь меня, ты выигрываешь. Хорошо, давай. Как бы я сзади уже. Я выиграл, ладно? Нет. Почему? Почему ты такой тормоз? У тебя Ламборгини, полицейский товарищ. Ну, здесь... Давай. Да, достань меня. А, все, первое задание выполнено. Ну, как бы, легко, изи. Кто доберется до первого унитаза, на. Вот тебе самолет. А вот мой самолет. Ага. Давай. Раз. Сядь ты на свой самолет, вонючка. Так. А, старта не было. Нечестно. Я не стартанул же, алло. Честно, честно, это мои игры. Смотри. Yes! А, ёшкин кот. Нет, это что за у тебя дом такой? Я улетел куда-то. Возвращайся обратно сейчас. Я сейчас вернусь. Так, короче. Нет. А! Так. Вот это было жестко. Следующее задание, конечно, кто быстрее съест много еды. Я маленький шкет, ем очень много еды. И француз, брат мой, научил, как есть много еды. Ага. Все, давай. Раз, два, три. Пошел. Раз, два, три. Поехал. Ой, ёшкин кот, как ее кушать вообще? Ох, ёшкин кот. Раз, я две уже съел. Ой. Блин. Что, блин? Что? Ой, опять ёшкин кот. Опять запор. Что с тобой? Полицейский. Подожди, не ешь пока. Полицейский, подожди. У тебя запор, я хочу посмотреть. Как это возможно? Нет, ой, только не смотри. Ой. Полицейский? Все-таки не надо было тут. Я сейчас съем. Нет. Я выиграл. Ёшкин кот, ты меня. Чё? Говори. Как бы не стесняйся. Поехали. Закидываешь в туалет. Я тебя в туалет? Давай. Садись. Вот так, типа, понял, да? Давай. Сел, да? Давай, садись. Все, давай. Как тебе? У тебя есть 3 попытки. Хорошо, давай. В унитаз должен попасть. В унитаз? Да. Прям большой, да? Да. Отлично. Так, я хочу вот так вот сделать. В смысле? Он таким был богатым, но жаль, что он стал бедным. Ой, ничего. Ты в смысле? Ты ничего не слышал. Ты что, сдурел, что ли? Так. Не дури. Ой. Куда поехал? Ну-ка, иди сюда. Он, кажется, узнал, что я его ограбил, его брата. Куда поехал, сказал? Я хоть маленький, но загашу тебя. Понятно? Он понял, что я на ним издеваюсь. Ну все. Слышишь, я к тебе вернусь. И тебя накажут мои родители. Понял? Нет. Родители к тебе придут. Нет. И накажут тебя, полицейский. Нет. Так тебе и надо, вонючка полицейский. Нет. Все, на этом все, я пошел звать своих родителей. Всем удачи, всем пока-пока. В следующем ролике вас ждет. Я игрок, который и сегодня я играю за Хаги Маму. Всем привет! И также со мной очень интересный персонаж Cartoon Cat.